вам, пожалуйста, 19 евро. А, думаю, что в России все это бы обошлось, ну, я думаю, как бы евро в 10. Вот, в Германии примерно, наверное, евро 12. Они просят, чтобы мы соблюдали 1.5 метра, поэтому обязательно просят брать тележку, чтобы соблюдать дистанцию между другими покупателями. В кризисные времена сдаем бутылки. Что будет дальше, посмотрим. Сейчас пока что есть бутылки, их сдаем. Так, аппарат закидываем. Оп. 25, 50. Понеслось. В Голландии также все раскуплено. В общем, как бы, если сравнивать по ценам, то яйца в Германии дешевле, вот, в России тем более. В России также примерно как в Германии это стоит. Здесь самые дешевые 3 евро. Голландия, конечно, у нас славится сырами. И здесь, в принципе, достаточно большой выбор. Ну, конечно, и прайсы выше. Из вин у нас представлены, ну, вин не особо большой выбор. Представлены больше португальские, испанские, также итальянские вина. Вот. Ну, как известно, Голландия, в общем-то, не производит, а только разливает. 19 евро купил яичек, хлебушка, сыра, конфеток, и, в общем, вот вам, пожалуйста, 19 евро. А, думаю, что в России все это бы обошлось, ну, я думаю, как бы евро в 10.